Не за горами Новый год, но мысли романтичных персон уже о дне всех влюбленных. Именно к этому празднику Дильназ Ахмадиева готовит свою новую видеоработу на песню «Мой любимый человек». Артистка работает 24 часа в сутки. Но на отсутствие вдохновения Дильназ не жалуется. Особенно если учесть любовную тематику композиции. Как оказалось, с личной жизнью у певицы все более чем хорошо. Молодой есть. Есть молодой, есть немолодой, у меня еще человек. Это же круто, когда есть разные человеки. Молодые, немолодые. Дильназ решила не отходить от привычной роли. Играть в новом клипе она будет саму себя любимую. По словам исполнительницы, новая песня и уж тем более видеоработа придется по душе всем, кто любит и любим. Правда, как и полагается звездной личности, самые горячие подробности клипа Дильназ оставила на десерт, отведать который мы сможем не раньше 14 февраля. Что ж, интрига превыше всего. Про что я вам не расскажу, это вы увидите в эфире. Клип будет очень интересный, содержащий в себе несколько сюжетных линий, переплетающихся между собой. Меня будет хватать, но немного. Нам остается с нетерпением ожидать премьеры клипа. Будем надеяться, что новая романтическая композиция от Дильназ Ахмадиевой непременно взорвет отечественные звездные чарты.